В его жизни студенты почти четверть века, а Выходуй предпочитает активное общение с природой. Своими воспоминаниями из профессиональной и трудовой деятельности с нами поделится Сергей Додонов. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Велопоездки для вас традиционное явление? Практически каждый выходной я провожу вместе с велосипедом. Как проходит ваш выходной традиционно? Подъем ничем не отличается от будних дней. Фактически тоже я встаю примерно в 6 часов утра. Мы находимся на территории агроуниверситета, и вот мы знаем, что за последние годы удалось вот благоустроить памятник. Расскажите, пожалуйста, про это. Памятник был обезличен до этого, и там не было фамилий. Сейчас, благодаря поискам наших сотрудников музея, то есть восстановлены имена, это еще только начало нашего поиска, он будет продолжен. Потому что, ну, как написано, никто не забыт, ничто не забыто. Такой памятник, он украшает университет, и я знаю, что большое значение имеет для вас агроуниверситет. Лично для меня агроуниверситет – это, ну, моя вторая родина, мой второй дом, потому что здесь я вырос как студент, здесь я сформировался как профессионал, как личность. У меня и мама, и отец закончили данный университет. Давайте оставим велосипеды и пройдем внутрь. Давайте. Вы же расскажете, покажете, как все начиналось. Это был 92-й год? 92-й год, вступительные экзамены, большущая толпа родителей, которые переживали за то, что как это будет. То есть первые серьезные вступительные экзамены, потому что ты не знаешь, что у тебя произойдет. Правильный ты выбор сделал с поступлением и так далее. С этих дверей началась моя жизнь в университете. В 92-м году, когда в июле на вступительных экзаменах я 6-м человеком зашел в эти двери, то есть для того, чтобы сдавать математику. Как там сдали первый сдал экзамен? Отлично. Я знаю, что эта аудитория имеет для вас особое значение, правда? Ну да, здесь фактически начиналось первое собрание со студентами, которое проводил декан. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Лилия, Владимир Леонидович, это человек, с которым мы, ну, буквально жили в автомобиле, он водитель, профессионал, наставник мой, если можно так сказать, по определенным, как говорится, направлениям деятельности. В общем, он слышал многое, чего не слышали обыкновенные даже и сотрудники. Да? Можно сказать, мой спецагент, да, который знает меня лучше, чем кто-либо. Расскажите, вот Сергей Владимирович сильно изменился? Какой был в молодости и какой сейчас? Сейчас уже проректор, уже позади столько деятельности различной. Вот как человек, какой? Ты изменился? Нет, нет, каким он был, таким он и остался. А каким был? Каким вы его видите? Порядочным. Человек слова. Никогда не бросал слов на ветер. Если что-то обещал, всегда выполнял. С выпускниками часто видитесь? И как проходят встречи ваши? Знаете, в свое время, когда был деканом экономического факультета, треть вуза студентов – это были мои студенты. В цифрах это 1800 человек. И самое главное, что когда мы встречаемся с ними на улице, для меня наивысшая награда, что никто из них не отворачивает взгляд, а наоборот тепло и дружественно кидаются в объятия, делают селфи и все остальное. То есть это, поверьте, ну, многого стоит, потому что это наивысшая оценка моей работы как преподавателя, как декана. Алло, добрый день, Иван. Звонок как нельзя кстати, Иван, да, то есть... Если можешь, ты уже подъехал? Тогда мы идем к тебе на встречу с Лилей и зададим пару вопросов. И буду тебе признателен. Замечательно, идемте. Расскажите, кто приехал сейчас к вам? Кто позвонил? К нам приехал Иван Гарпинич. Это выпускник нашего факультета, крайне порядочный человек. То есть здравствуйте. Здравствуйте. Достиг успеха. Лиля, очень приятно. И в профессиональном росте, то есть и вообще просто хороший человек. Всегда я наши встречи, хоть они и редкие, но они, как это, очень душевные. Говорим не только на профессиональные, но и на личные жизненные темы. Иван, расскажите, что помните, не боялись преподавателя? Сергей Владимирович действительно профессионал своего дела. В аудитории это был строгий преподаватель, но однако на сборах студентов, коммуникейшенах, то есть
студенческие, там, реализация проектов разного направления. Это был человек, который всегда зажигал, всегда был первым. То есть всегда участвовал в этих мероприятиях, сам был лидером, сам продвигал. И это было действительно приятно, и все студенты тянулись участвовать. И на сегодняшний день, после окончания университета, это общение может быть на разные темы. И оно всегда, ты питаешь информацию действительно от человека. И связь поддерживаем. Я знаю, что традиционно у вас селфи — это традиционное явление на встречах. Ну что, давайте сфотографируемся. Давайте. Я уже как-то в кадр тоже давайте с вами попаду. Мы находимся в одном из любимейших мною мест, уединенном, тихом, как говорится, месте, которое тоже находится у нас на территории Академии биоресурсов. Это база, где мы встречаемся, проводим время с друзьями. Редко это, конечно, здравствуйте. Происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Место встречи изменить нельзя. Да, спасибо. Добро пожаловать к нашему столу. Спасибо. И довольно часто здесь с Владимиром Трофимовичем мы встречаемся, проводим время. Вот искренне благодарен Владимиру Трофимовичу за тот период, особенно переходный, когда мы вернулись в состав Российской Федерации, и он как юрист сделал очень много для того, чтобы я мог спокойно принимать управленческие решения. Давайте вспомним, как прошли 5 лет, вот с 2014 года, как изменилась ваша жизнь, что поменялось? Если говорить про меня, то у меня поменялось очень много, если так разобраться. Самое главное, что был большой-большой дух, дух коллектива, который поддерживал, был сплочен. И мы в 2014 году смогли даже в условиях безденежья приобрести цех по ремонту окон. Мы смогли в 2014 году заменить практически все окна в общежитиях. Это стало, ну, прям трендом того года. Я вам скажу, что, честно говоря, я не ожидал, что это быстро так произойдет, что мы вот быстро вольемся. Ну, как получилось, так получилось. Все мы этого очень хотели, и в 2014 году единогласно приняли решение, весь коллектив. И Сергей Владимирович был, конечно, у нас, как всегда, впереди, да, на боевом коне. Я бы хотел сказать, что Крым я вижу прежде всего гостеприимным, радушным. То есть Крым – это то место, которое должны приезжать, должны возвращаться. И вот если действительно к нам люди будут возвращаться, очарованные нашим радушным гостеприимством, это будет тот Крым, в котором я родился, вырос и в котором дальше я хочу жить. Спасибо вам большое за беседу. Это была программа «Моменты». С нами был Сергей Додонов. До встречи в эфире.